Семья отдыхает, да? Степа, а мы продолжаем распаковывать посылки. Не посылки, а то, что мы пока доехали со входа, то нам передали. Первую мы распаковались с Люсей. Так, это у нас Олегу Алексеевичу передадим. Обязательно. Из Вятки. Из Вятки, точно. Вятка. Так, а это Вятка малышам. Смотри, Степа, пряники. Белевская пастила. Бублики из Вятки. Давай прянички мы дадим, да? Маленькие давай, маленькие бублички. Да. Конфетки птичье молоко из Вятки. Владику кофе. Спасибо. Ангелюшки, вон какие сказки. Замечательные. О, а я где-то видела, Ангелина передавали и покажу. Сохла. Вот так она разрисовала. Дедушка, ты видел? Да, да. Молодец. Вот так разрисовала. Картинку повешаем, сказала, маме отнесет. Кто-то передавал. Вот. Вот, это песочные часы для чистки зубов. Даже такое есть для детей. А ну-ка посмотри, что тут. Кружечка. Степочка, что там? Смотри, ты уже сам умеешь. Иван-чай. Точно. Кружечка. Вот такая кружечка. С зайчиком. Ангелине. Нашему зайчику. Кружечка вот такая с зайчиком. Mm-hmm. Спасибо. Так, а тут что-то тоже красивое, запакованное. Эй, дети, доставай. Это ложечка. Это ложечка. Это, наверное, какой-то наборчик такой. Mm-hmm. Вот такой вот котельник. Это или сливки сюда наливать. Да. Сливки наливать. И сахарница, наверное. Mm-hmm. Спасибо. Поставим себе на улице. Будем пить кофеек со сливками. Смотри, что там еще. А я пока что прочту письмо. Добрый день, Татьяна и Владислав. Огромный вам привет из города Кирова, Вятка. Второй год, как посещаем Крым. И в этот раз решили приехать в парк Львов-Тайган. Каждое утро просматриваю ваши ролики. Радуюсь и сопереживаю одновременно за ваших подопечных. Сил, терпения, здоровья, низкий поклон всем сотрудникам парка за ваш ежедневный титанический труд. Олегу Алексеевичу отдельный поклон. Пусть все его мечты воплотятся в жизнь. Парку процветания, а его подопечным здоровья. Привезли с собой небольшие подарки для ваших малышей, для вас и Олега Алексеевича. Татьяне, Ване, Ангелине и малышне. Спасибо огромное. Так, может, там еще что написано? А ну, подожди. Вот еще. О, нет, это Татьяне малышне. А... Вот. Так, с уважением, семья Самсоновых. Алексей, Мария и Никита. Алексей, Мария, особенно Никитка, я так понимаю, что это сынок. Спасибо огромное. Мы сейчас встретились с Алексеем и Марией. Мария и с Марией, да, и они передали нам вот эти замечательные подарки. Ну, а это мыло, чтобы таки стирать наши труселя. Это наши. О, это Басику. Вкусняшки, ням-нямки. Бася, конечно, очень. Это 4-5 штук в день. Кушает и растет. Ну, ты вот так доставай пюрешки. Это любимые. О, это финики, а это любимые Ангелюшкины грибочки, которыми она очень любит кормить малышей. И пюрешки. И пюрешки. Будут пюрешки? Да. Ну, это финики. И финики. Спасибо, да, огромная Вятка. Вот, и у нас остается один пакетик. Тоже пришли с утра. Сегодня и он стоит. Нас и ждет. Пакетик стоит. Вон сколько пюрешек. Может, они сейчас будут пюрешку? Пюрешек много не бывает. Не, пюрешек вообще много не бывает. Овсяная маленькая печенька. Так, миндаль и орешки. Грибочки для Ангелюшки.
шоколадки подарим нашим работникам, финики. Это что-то такое, это басику, наверное, в виде колбасок. Манго. И, конечно, ква-ква-ква-ква-ква. Ой, Степка сел там. И, конечно, письмо. Уважаемая Татьяна Викторовна и Владислав Игоревич, мы с сыном приехали из Москвы на отдых в Анапу. Это вот сейчас как раз подходили. Мама с сыном подходили из Анапы. Но не смогли отказать себе в удовольствии приехать к вам в парк и лично увидеть всех ваших животных. Спасибо вам за терпение и заботу о ваших питомцах. Передаем вам чуть-чуть вкусняшек. Леша, 11 лет. Леша, привет. Я еще спросила Лешу. Я говорю, ты тоже смотришь? Он говорит, да. И Анна Морозовы. Анечка и Леша, спасибо огромное, что вы, отдыхая в Анапе, все-таки, ну, это не близкий все равно путь, это потратить надо целый день, чтобы сюда приехать. Но не, сказали, не смогли отказать себе в удовольствии приехать, всех увидеть. Увидели тоже, по-моему, они Олега Алексеевича. Люсю увидели, малышей. Малыши выбежали тоже. Спасибо, ребята, всем-всем огромное. Просто... За то, что вы, ну, едете, у вас такие вещи, как бы, тяжелые, да, но вы все равно везете вкусняшки малышам, хотя они ни в чем, как бы, не нуждаются, но это приятно. Спасибо Леше, спасибо маме Ане, спасибо огромное в Вятку нашу летит, Алексею, Марине и, Марии и Никите, и спасибо девочкам на Сахалин, замечательным. Господи, аж расплакалась женщина Оксаночки и Тамаре. Всем спасибо за вкусняшки. Мы, конечно, со всеми поделимся. Да? Степа, вот это жизнь. Мог ты подумать только, когда папка вот это вот тебя гонял, да? Что ты будешь как в сахару рыться, как почка в сале жить, что тебя будут любить миллионы людей и следить за твоей жизнью. Капашуха ты мелкая, любимая мелкая капашуха. Я очень рада, что через этих малышей люди... Оба, Бася идет. Та-да-да-дам, Бася, где ты был? Я не понял. Он же с Люсей был. А, ну вышел. Как вышел? Ну там же он сбоку выходит, там же у нее нет этих палочек, решеточек. Сбоку от самоката. Так что Бася вышел на свободу. Что через этих малышей и Степу, и Маню, и, конечно же, Люсю, столько людей вот полюбило обезьян, и столько людей теперь понимают, что вот, ну, это тоже люди. Маленькие такие, да? Маленькие волосатые человечки с вот такими глазами. Да, Люся, тебя надо выпустить. Я поняла. Спасибо.